Телеканал КРТ представляє. І настав час оголосити результати нашого опитування. Отже, 21% вважає, що Україні потрібен вступ до НАТО. 79% наших дозвонювачів проти цього рішення. І у вас є можливість по 2 хвилини прокоментувати. Я не удивлен, що саме такі результати проведені. Ви не довіряєте? Нет, я доверяю, я просто знаю манипулятивность эффекта, просто естественно, аудитория вашего телеканала вот так смотрит на это. Условно говоря, если бы вы прошли там на канале прямом, либо пятом телеканале, там результаты голосования были совсем другие. Главный, я подчеркну аргумент, я сам выступал за нейтральный статус Украины до тех пор, пока наш северный сосед не продемонстрировал свое звериное лицо и в момент слабости нашей власти, вернее ее отсутствия, когда мы были в наиболее сложной ситуации, они украли нашу территорию, а потом развязали бойню на Донбассе, целью которой является как раз обмен, чтобы Украина признала аннексию территории в ответ на то, чтобы они прекратили конфликт на Донбассе. Вот именно поэтому я считаю, на примерах, которые я приводил, Турции наглядный пример, когда член НАТО сбивает на своей территории самолет Российской Федерации, никакой реакции нет. То есть это защита нашего суверенитета, это более высокие стандарты в войсках и так далее. А вы знаете, меня порадовала динамика. Я когда сюда в кресло садился, по-моему, было 76%. Хоть чуть-чуть, но поднялось 79%. Замечательно. Думающие люди. Надеюсь, что количество думающих людей будет приближаться к 100%. Потому что НАТО — это действительно агрессивный блок. Потому что НАТО создавался для того, чтобы уничтожить нас с вами. Я напомню о том, что в период с 45 по примерно 60 год существовало около 20 различных планов ядерной войны против нашей страны. Бомбардировка Киева, Донецка, Москвы, Минска и многих других городов. В общей сложности за сотню городов должны были разбомбить. Почему не начали? А потому что просчитали, что ответ будет такой, что не устроит вот их результат. Кстати говоря, после 91 года, когда, даже чуть раньше, еще при Горбачеве, когда Советский Союз, Россия легли перед НАТО, буквально открыли все архивы, до сих пор ведь не показали, а были ли планы войны Советского, агрессивной войны Советского Союза против НАТО, против той же Западной Германии, против Франции, Норвегии или еще кого-то. Потому что таких планов действительно не было. Хотели ударить по нам, но мы были мирными людьми. Может быть, слишком мирными, потому и страну потеряли. Дякую, Не-не-не, Руслан. Потому и страну потеряли тогда, в 91-м году. И я очень надеюсь, что потомки тех, кто потерял страну в 91-м году, проанализируют, подумают, что произошло за эти 30 лет. Увидят результаты этой незалежности. Минус по населению, минус по экономическому потенциалу, минус по всему. И сделают соответствующие, выводы. И исходя из этих выводов, будут предпринимать действия, в том числе на выборах. Голосуют за нормальных людей, а не за разных клоунов или за воров, изображающих из себя патриотов. Дякую. Вас, в зв'язку з тим, що ви тільки 1 хвилину використали своїх 2, у вас є можливість, є щось опонувати, чи ви погоджуєтеся з таким коментарем? Ну, во-первых, мне сложно понять, когда апеллируют 50-е годы нашу страну, ту страну, о которой вы говорили, уже не существует 29 лет, и необходимо смотреть, как изменилось НАТО за эти годы после развала Советского Союза, и какой оно беззубой стало, неагрессивной. Если мы говорим о том, что действительно там страны Эстонии, тут я соглашусь, эти планы были. И не стало бы, по крайней мере, Барак Обама на тот момент, когда это была аннексия и угрозы, применять свои войска. Зубы выпали у НАТО. Это политический блок, который решает в основном политические вопросы и помогает строить своим странам-участникам конкурентоспособные армии, которые способны отразить военную агрессию. Ласка, ваши 30 секунд. Хорошо, я напомню пану Максиму, я не знаю, какого года рождения его родители. У меня отец житель Донецка, 54-го года рождения. И вот если бы один из этих планов сработал, меня бы не было. Не знаю, был бы пан Максим, я уверен, что не было бы миллионов жителей. Поэтому, говоря «наша страна», да, наша великая страна, которой мы все гордились. Было чем гордиться. Было чем гордиться человеком в космосе. Было гордиться чем миллионы, десятки миллионов квадратных метров жилья, которые отдавались бесплатно. Было гордиться бесплатным и лучшим в мире медицинским обслуживанием и образованием. Было чем гордиться. Просрали. Было чем гордиться, спорить не спорю, но это существовало с гулагами,
репрессиями, концлагерями, которые вел Ленин, создавая эту прекрасную республику Дзержинский, сколько миллионов граждан погибли в жерновах, на стройках этой империи, всем известно, и вам, как историку, должно быть понятно, что именно Российская Федерация первая подписала декларацию о суверенитете 12 июля 90 года, тем самым инициировав распад Советского Союза. И без Ельцина, без согласия, распада страны это не было. Поэтому выдавать себя, ностальгировать по СССР, я прекрасно, я еще застал советские времена и прекрасно помню эти пустые полки, где ничего нет, одни консервы выставлены, очереди за хлебом, талоны за мукой, за сахаром, чем оканчивалась эта страна и как она распалась.